Ну и в качестве коды спрошу, мы начали с журналистских вопросов, и поэтому финишируем тоже. Был ли такой вопрос, который вы ожидали сегодня, и он не прозвучал? Тогда давайте я его задам. Знаете, я как-то так, я бы сказал, непосредственно и по-живому как-то вот стараюсь с вами общаться. У вас по-другому не бывает? Нет, ну почему? У нас один раз, я помню, когда несколько лет назад у нас, с моей точки зрения, как-то не задалась наша беседа. Не потому, что это было не по-живому, а потому, что по-живому как-то не по тому руслу пошло. Mm-hmm. По-моему, так мне кажется. А сегодня, мне кажется, это по-другому как-то, по тому руслу. Ну, может, я ошибаюсь, не знаю. Короче говоря, не успеваю подумать про то, какой бы вопрос я еще хотел услышать. Вот. Тем более, что я вообще-то уставший сижу. И у меня еще сегодня вечером спектакль впереди. Понимаете, вместо того, чтобы сейчас поспать перед спектаклем, я вот, знаете, веду эти разговоры. Намек я понял. Я хочу просто пожелать, чтобы это была не последняя наша Хорошо. Встреча, как сейчас принято говорить, не крайняя. Ой, я не люблю тоже, эти. Тоже я раздражает, терпеть да. этого не могу. Вот, и чтобы получалось, и у меня, и главное, у вас все. Спасибо вам большое. Спасибо.